Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры «Растения против зомби», и у нас на очереди 9-я миссия 2-й главы. К большому сожалению, во время записи видео произошел сбой, и у нас не начало, даже не середина, это уже близко к концу игры. С другой стороны, вы ничего не пропустили, мы уже высадили 2 ряда подсолнуха, есть у нас ряд ледяного гороха и множество бесплатных грибов. То есть у нас все уже готово к приему последних зомби в финальной волне. Наверное, это один из минусов первой части игры «Растения против зомби», что нельзя проходить предыдущие миссии, только текущие уровни. В моем случае это большущий минус. Как вот сейчас заметили, сейчас рвануло у нас новое растение. Это гриб-бум, который покрывает все поле. Все противники уничтожаются, ну практически все. Если много противников, то могут не все зомби погибнуть. И после такого взрыва остается большая воронка. По сравнению с бомбой вишни, это так, мелкая хлопушка. Стоит это растение 125 монет, но оно того стоит. А внизу у нас идут несколько зомби с дверью. На пути их следования мы сейчас посадили бомбу-картофель. И у нас есть несколько ледяных горохов. Думаю, что мы с ними справимся. В этом уровне противника стало визуально больше. И стали они посильнее. Вот если идет, к примеру, зомби с дверью, то их идет несколько. В предыдущих уровнях они как-то шли поодиночке. Это у нас уже буквально одна из последних партий, и уже должна начаться финальная волна. У нас зомби с дверью все-таки съел один ледяной горох, но мы смогли с ним справиться. И на нас надвигается большая волна. Это уже последняя. Появился зомби в парике и подозвал с земли еще дополнительных зомби. Мы против всей этой группы применяем гриб-бум, большую часть убираем, и оставшихся мы обработаем бомбой вишни. У нас осталось на поле буквально пару противников, одного уже убрали, и последний также был ликвидирован. Получаем записку от зомби, и на этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!